А вы знали, что сегодня день выкаблучника? Именно сегодня те, кто находится под жестким каблуком своей миледи, могут пуститься во все тяжкие. Это сильная новость, рубрика «Короче», поехали. В Беларуси нашли нефть. И, к сожалению, речь не о залежах, а где-нибудь на Ближнем Востоке, а о пятне в реке Муховец, что в Бресте. Пятно довольно большое, до 300 метров в длину и около 4 метров в ширину. Как это пятно появилось, еще предстоит выяснить. Рыба, к счастью, не погибла. Ну, а спасатели уже сегодня обещают откачать загрязненную воду. Ну и снова о пьяных водителях. Будь они неладны. За 11 месяцев этого года в Гомельской области произошло 47 ДТП по вине тех, кто сел за руль под шофе. 35 человек травмированы, 9 погибли. Об этом сообщает областная ГАИ. Отличились и бесправники. По их вине произошло 30 ДТП. Точно так же 35 человек пострадали, а 9 погибли. Но такая печальная статистика. Ну а это скорее не новость, а напоминание. В Беларуси с 1 января 2022 повышается пенсионный возраст. Это произойдет в рамках пенсионной реформы, которая началась еще в 2017 году. И с тех пор каждый год пенсионный возраст повышается на 6 месяцев. В 2022 женщины смогут пойти на пенсию в 58 лет, а мужчины в 63. К слову, с 2023 пенсионный возраст повышать не планируют. Но это не точно.